В Лос-Анджелесе прошел необычный марафон замедленного бега. Участники 300 метров бежали вот в таком вот темпе полчаса. А все потому, что они подражали героям американского телесериала «Спасатели Малибу». Ну а вам советую бегом в кино на премьеру фильма «Спасатели Малибу». Добро пожаловать! Наша команда – это элита среди элит. Мы сердце и душа этого пляжа. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкинон и его коллега Мэтт Броуди случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Большая нефтяная компания собирается разрушить побережье. Накачанным парням придется пошевелить не только мышцами, но и мозгами, чтобы спасти райский уголок. Продолжим рассказывать про супергероев. В купальниках на этот раз опасная миссия ляжет на плечи этой чудо-женщины. Если кто помнит Зену, королеву воинов, так это ее новая кинореинкарнация. Ты будешь тренировать ее жестче, чем любую другую амазонку. В 5 раз сильнее. В 10 раз сильнее. Принцесса Диана живет в стране Амазонок, где женщины правят миром. Но отважной девушке приходится ступить на тропу войны с мужчинами, чтобы защитить остальные страны от гнета злостного тирана. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаруживает всю полноту своей власти и свое истинное предназначение. Не скоро еще Крис Эванс избавится от образа Капитана Америки, но актер пробует себя в различных ролях. Так в драме «Одаренная» он стал папой. Кстати, фильм рекомендую к семейному просмотру. Мэри, встань, пожалуйста. Скажи, сколько будет 57 умножить на 135? Ясно. Кто может? 7695. Квадратный корень 87,7. Фрэнк Адлер прилагает все усилия к тому, чтобы поддержать свою племянницу в трудное время, ведь она осталась без матери. Желая развить талант необыкновенной девочки, главный герой берет над ней шефство. Однако все не так просто, и мужчине придется доказать свое право на опекунство вундеркинда. А самых маленьких порадуют канадские мультипликаторы. Они предлагают отправиться в путешествие вместе с обезьяной Спарком. Я в тебя верю, дружище. Докажи, что готов к чему-то грандиозному. Кажись, я потянул все мышцы тела. Сумасшедший император Зонг захватил контроль над планетой Бана и похитил королевскую семью. Если Зонгу удастся подчинить себе космического монстра Кракена, то в его руках окажется самое мощное оружие во Вселенной. Теперь все зависит от Спарка и его друзей, которые решают во что бы то ни стало остановить императора. Но однажды придет настоящий герой. Вау!